Я запускаю в небо сигнальные огни, чтоб их увидел кто-то и пришел меня спасти. Когда второго шанса нет и план бы с резком провалился, я смирился с тем, что не справлюсь один. Верил бы в том, что совсем справлюсь, но не получалось или просто тупо не везло. Никогда не просил помощи у других, не говорили, ты самонадеянный псих. Я как ледокол, упрямо-прямо шел, но в конце пути ничего не нашел. Вопрос остался открыт, и я в тупике, что делать, как быть, помогите мне. Я запускаю в небо сигнальные огни, чтоб их увидел кто-то и пришел меня спасти. Когда второго шанса нет и бомба с резком провалился, я смирился с тем, что не справлюсь один. Я был объят огнем, но каждый раз был вовремя спасен. Не просил у тех, кто там наверху, власти боги в вас, я не верую. Мои друзья и все те, кто на одной стороне, любой ситуации помогут мне, и я буду помнить об этом всегда. Спасибо всем! Я запускаю в небо сигнальные огни, чтоб их увидел кто-то и пришел меня спасти. Когда второго шанса нет и план бы с резком провалился, я смирился. Я запускаю в небо